На протяжении 2 месяцев наша область будет участвовать во всероссийских экологических акциях. Районные и региональные проекты уже показали, что зауральцы неравнодушны к проблемам окружающей среды. Вообще, на самом деле, как бы этот год, ввиду того, что он объявлен годом охраны окружающей среды президентом Российской Федерации, он насыщен мероприятиями, конкурсами. Вот, мы в начале года уже проводили достаточно большое количество мероприятий областных. Они проходили не только в городе Кургане и городе Шадринске, но также в каждом муниципальном районе. Первой общероссийской акцией этого лета станет экологический субботник «Зеленая Россия», который состоится 31 августа. Мы должны уже отработали на нашем любимом городе и сейчас переходим уже, как сказать, на такие большие плановые хорошие мероприятия, которые, я думаю, примет участие каждый горожанин. Это и может быть и любой гражданин, вот, это может быть житель нашего города, это может быть организация. То есть это такая должна нас сплотить в этом плане и еще больше показать значимость того, как мы относимся к той природе, в которой мы живем. Всего запланировано провести более 30 мероприятий, среди них конкурс рисунков, фотографий, флешмобы и акции по уборке мусора. Дмитрий Соснов, Алена Анашкина, Никита Мухин, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».